Ну, это было очень сложно, пришлось очень много работать. Я даже особо не горжусь собой. Я просто поработала, и мне понравилось. Я получила от этого удовольствие. Я думаю, моя мама очень счастлива. Ну, победа – это для меня прежде всего поддержка семьи. Вот спасибо вот, тренеру, моему клубу «Гратмастер», старшему тренеру юниорской сборной. Огромное им спасибо за этот вклад. Это их победа тоже. Ну, это очень большая честь для моей семьи. Они болеют за меня, переживали. Огромное спасибо. Это их вклад в мою победу был очень велик. Благодаря их поддержке я выиграл. Да, да, это очень важно для России, потому что я и мой сокомандник Дмитрий Шишко, мы стали первыми в истории тэквондо олимпийскими чемпионами в России.